Вообще Каннский фестиваль, он стал филиалом какого-то американского фестиваля, так что там этот фестиваль голливудский, на мой взгляд, в большей степени стал. Ну, ничего там такого, бывает, бывает, взяли картину, бывает, не взяли никакой картины, ничего там такого сверхъестественного нет. Что касается будущего российского кино, ну, оно прекрасно. Ну что, российское кино много проблем, но об этом так много говорится. Организации вообще кинематограф, самого процесса у нас. Но я рассчитываю, что оно будет вполне. Оно будет будущее. Но действительно у нашей киноиндустрии очень много проблем, которые, конечно, надо решать и кинематографистам, но и, конечно, руководству страны.